Ребята, я тут что подумал, деньги есть. Атлас, я куплю такую вот красотушечку на Атлас, покрасочку. Все купили. А прозрачный Атлас стоит аж 4000. Это просто с ума сойти. Это сумасшествие. Очень дорого 4000. Ладно. Идем мы на Атласе. Красивый у нас такой Атлас. Так, сейчас всех постреляем. Ну, любим мы, да, чтобы красиво выглядел танк. И тратим деньги. Даже не на улучшение там боевых характеристик, а просто красивая окраска, покраска, да? Красивый камуфляж. Ну, красивый камуфляж, как бы он ничего не дает именно по боевым характеристикам. А просто он красивый, вот и все. Ладно, я думаю, мы денежки заработаем. И немножечко восстановим ту денежную потерю, которую мы, ребята, с вами потратили. Ну, смотри, нормально он такой идет. Пробивной, молодец вообще Атлас, да? Так, Нут, давай, едь сюда. Едь сюда, попробуй против меня. Так, у меня очень долго вот эти вот вонючие ракетки восстанавливаются. Стрелял меня. Ну давай, едь сюда, на, получай, гаденыш. Все. Так, и он мне оставил сундучок волшебный. Все, подлечились, идем дальше. 480 монет у нас. Есть. Ничего. Сейчас восстановим монетки. Это не такие уж потери-то большие, ребята. Просто играй каждый день и получай кристаллики, получай монетки. О! Прям, смотри, мы как отжали. Ну, блин. У него, знаешь, потенциал у Атласа очень большой. Если полностью его прокачать, то потенциал этого танка огромен. Уничтожает всех подряд. Пока что, да, восстановление ракет долгое, да? Долго ждать приходится, пока восстановятся ракетки. Но куда деваться? Зато и здесь надо еще главное вставать правильно. Как бы если просто прямо, они самонаведение у них не получится. Вот, видишь, пролетает. Ох. Так, а ну-ка аккуратно. Еще одну ракетку. А, мимо. Так, ну, все, уничтожили. Идем теперь. Ну, прикольненький танк. На ножках таких. Ходит. Ток. Опа, готов. Еще. Ой, тут много танков. Отходим. Отходим назад. Пока восстановятся у нас ракетки. Есть. Теперь можно вперед идти. Аккуратненько идем, ждем. Где у нас тут враги, вражеские танки? Никого нету, смотри. Да потому что еще пока мы до босса не дошли. А дойдем до первого босса, танков будет больше намного. Опа, аккуратно, нормально. Уничтожили. Забираем монетки. Интересно, монетки выглядят в форме черепа. В золоте отлитый. Отлитый в золоте черепа. На! Так, не хватило, отходим. А, тут с ракетницей стреляет. Ладно, сейчас подойдем поближе. На! Есть, готов, уничтожили. Хорошо, можно подлечиться, кстати, сразу. О, нормально. Идем. Опа, пошли танки. Во! Блин, у меня уже все, ракет нету. Уже нету ракет. Так, стоим. Стреляем. Отлично. Идем дальше. На каком топливе он ходит, не знаю. Почему у него горит там огонь голубой такой сзади танка. Неинтересно. Видимо, он не на дизеле. Не на бензине, не на дизтопливе.
не на солярке. Хотя танки они обычно на солярках. Двигатель у них. А какой-то у него там нано двигатель. Интересный. Ага. Так, сейчас мы встанем аккуратненько. Так, что вот здесь вот так вот прямо. Вот, и стреляем. Ух ты, мимо. Есть попадание. Еще. Чуть-чуть, давайте еще, еще пару ракет. Готов. Да. Что у нас там? Подлечится на 100%, нет? Ну, нет, конечно. Чуть-чуть не хватило. Ну, да ладно. Уже 50 танков мы уничтожили, по идее. Что, правда, что ли? 50 танков, да ну. Сверху вот это что-то значит? 50 танков мы уничтожили? Или что это такое? Ребят, напишите в комментариях. 52. Ну вот, как бы 2 танка. 53 сейчас будет. Ну да, вроде бы как. Ну что-то я не думаю, что уже 50 танков-то уничтожил. Куда бы я успел, ну. Так, вот этот едет сейчас на его. Готов. Отлично. Монетки. Это самое приятное, когда вот монетки лежат, ты их собираешь просто. Хотя, 5 монеток. Это просто один сбитый танк в лунной локации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Он еще медленно ходит, а убежать от вражеских танков очень сложно. Так, ну все. А, вот еще один, смотри, гад. О, ты еще живой. Живучий какой. Ладно, ничего страшного. Так, сейчас монетки... А, тут одна монетка осталась всего лишь, представляешь? Как они эти монетки защищают, я в шоке. Разработчики бы добавили побольше здесь монеток. То монеток очень мало. О, куча танков. Тихо. Есть. Да ты что такой живучий, гад, а? Еще в меня стрельнул. Ну да ладно. Идем дальше. А, ну вот монетки здесь лежали, потому что... Они очень жадно к ним относятся, прям защищают. Так, готово, 2 танка сразу. О, тут много танков, слушай. Алло. Есть. Так, вот этого теперь уничтожить надо. Да ё-моё. На, получай. Хорошо, смотри. Мы защищаемся от его ракеток. Угу. Так, никого нет вроде бы здесь. О, вот и монеты. Сейчас тут... вот и танки, видишь как? Возле монет всегда танки стоят. Такая вот замануха, да? Типа подъезжай сюда, бери монетки. А ну-ка, давай. Да ё-моё, еще один удар. Совсем чуть-чуть. Были бы какие-то ракеты еще, знаешь, с напалмом таким. Чтобы можно было еще... После удара наносил еще какое-то повреждение вражеским танкам. Опа, готово. Еще, о, тут смотри, много танков. Надо мне сюда сейчас я встану. Готов. Да еще едет, еще 2 танка как минимум, да. Так, есть. Опа. Ё-моё. Так, мне срочно нужно что-то делать. Все, уничтожили. Давайте подлечимся сразу. Чуть-чуть совсем. Подлечились. Капелюшечку. Нам нужно до третьего босса дойти хотя бы. Так, монетки собрали. Хотя бы, знаешь, не знаю, получится так или нет, я хочу 1000 монет заработать. О! Первый танк. О, сразу второй. Ну, можно просто полностью отходить. Потому что они, видишь, идут. Прям очень много их. Да, теперь будем надеяться, что мы отобьемся от этих вражеских танков. Фух, отбились. А, еще один какой-то. Маленький. Ага, еще едет. Это что такое? Что ты будешь делать? Еще один. Еще один? Да куда вас так? Куда вас так много-то, а? Алло. Так, ладно, ждем. Все, можно стрелять сейчас. Чисто в танк будем стрелять. Готово, убили наконец-таки. Все, восстановили ракеты. И идем дальше.
Так, у меня получается 88 сбитых единиц вражеской техники, но рекорд у меня 187. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, едет. Один. Так, второй едет. И следом, еще следом, а следом куча танков. Ой-ой-ой-ой. Есть, уничтожили. Хорошо. О, еще несколько танков едет. Готов. Хорошо, прям таки. А, красного еще не добили? Да ты че? Давай, едь сюда. Уничтожили. Ну, в принципе, смотри, Атлас молодец, справляется здесь. В этом плане. Скоро будет босс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувак там стоит какой-то. Так, не попадаешь. Надо сюда встать. Ага. Ой-о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 й. Эти пошли. В атаку. Так, пропустил много ракеток. Вот надо куда-то встать мне. Есть. Уничтожили, наконец-таки мы. Это танк вражеский, лазерный. О, гад, смотри, а. Стреляет меня прям. Есть. Подбили. Так, ну вроде бы один или два танка уничтожить надо. И тогда, ребята, будет босс. Вот босс мне как раз и нужен. А, нет, еще один. Еще одного надо уничтожить. Хорошо. Опа! Вот, наконец-то босс. Кто у нас босс? Лазерная пасть. Офигеть, ребята. Ладно. Блин, вообще не туда стреляет, а? О! Как бы туда, но уже у меня заряд закончился. Ну давай. О, попадаем, попадаем. Теперь нам нужно, ребята, накопить заряда. Так, все, заряд вроде бы накоплен. Ждем. Сейчас он стрелять начнет. Сейчас он подойдет поближе и начнет стрелять. Опа, готов. Даже он ни разу не выстрелил в меня. Мне нужен ремкомплект. Сейчас заберем. О, практически 100%. А ну-ка, будет 100%, нет? Нифига, офигеть. Ну да ладно. Здесь-то будет уже посложнее. Здесь-то уже будет танков много. Вражеских. О, один. Да там куча их. Сразу видно, что очень много танков. Ух ты. Надо еще попасть в них. Да, танков много. Хорошо, что как бы они так кучно стоят. Готово. А, блин. Вон еще куча танков. Так, ну тут смысла отходить нету, потому что там я точно попадать не буду. Ни в кого. Раз, два, три. Все. Прочистили мы проход. Идем дальше. Угу. Что же они там охраняли? Монеты, что ли? Сейчас посмотрим. Если монеты... Нет, просто это был... танки. Да, много-много-много вас, ребята. Так, отходим. Стреляем. Готовы. Ох, еще много танков. Есть. О, теперь вот этого сейчас постреляем. О, как хорошо, смотри. Попадаем. Отлично, отлично. Тут, а, все, кончились, да? Да, танки кончились, всех уничтожили. О, 1000 монет, ну смотри, я что-то посмотрел наверх. Да, все, 1000 монет мы заработали. Хоть мы покраску окупили. Опа, есть, еще. Еще один. Да ё-моё. Не попадаю я в них. Так, ну смотри. Практически уничтожил. Есть. Так, теперь вот этого. Готов. А нет, не готов. Все-таки живучие они какие, а? У меня столько патронов нету на вас. Чтобы вас уничтожать так быстро. Ох ты, этот меня обстреливает. Ой, у меня здоровье, смотри, уже какое маленькое. Ёлки-палки. На, получи.
Вот как вообще так можно играть в игру, да? Максимально далеко все равно пройти невозможно. Вот нужно, чтобы по дороге лежали какой-нибудь ремкомплект, что-нибудь такое. Который мы могли бы им ремонтироваться. Или запчасти какие-нибудь, знаешь, что вот уничтожил вражеский танк. От него запчасти какие-нибудь отлетели. Ну, видишь, все, взорвали меня.